сейчас люди даже не разговаривают. Они не умеют говорить, понимаете? Они не умеют говорить. Они врут и врут и врут. Я женщин спрашиваю, у вас здесь краска есть? Нет, 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 что у женщин? Ну что, я слепая, что ли? Запах аммиака, растворителя и малярной краски. Все эти ароматы местные жители вдыхают у подвала на улице Гагарина, 156, корпус 2, уже без преувеличения пару лет. Все обращения и жалобы в управляющую компанию «Городская роща-1», как говорят жильцы, игнорируют. И, похоже, ничего криминального в стойком запахе краски не видят. Никто не слышит, и главное, что игнорируют, и врут. Нарушают все правила техники безопасности, все правила. Мы будем обращаться в охрану труда, правительство Рязанской области. Но в первую очередь мы обратились к вам, чтобы вы нам помогли. Помогите нам, пожалуйста. Потому что мы рискуем своей жизнью. У нас больные люди живут. Я сама инвалид. На момент наших съемок это помещение было закрыто изнутри. По мнению жителей, в нем находились те самые рабочие, которые разгружают и, видимо, там же размешивают краску. Я неоднократно вызывала газовщиков. Приезжали, говорят, это не газом пахнет, а пахнет краской с подвала. А зачем вы посылаете? А этот подвал кому принадлежит? Нет, это наш собственный. Да, это наш собственный. У нас даже вот разрешение не спросили, чтобы пользоваться этим подвалом. И мы не вправе зайти посмотреть, за что мы платим. Управляющая компания «Городская роща-1» не знает или делает вид, что не знает о том, что в их доме располагается самая настоящая лакокрасочная артель. Главный инженер управляющей компании, оказывается, даже не знал о массовых жалобах. Ну или, может, слукавил на камеру? Ну, давайте мы проведем обследование данного подвального помещения и дальше примем меры. Ну, вы сами знаете экологическую ситуацию в городе Рязани. Тут постоянно пахнет аммиаком, сероводородом. Причину, я так понимаю, никто найти на данный момент не может. Ну, на данный момент пройдем обследование и дальше примем какие-то меры. Вот только открыть дверь подвала для нашей съемочной группы представитель управляющей компании отказался. Якобы рабочий день закончен, приходите завтра. Сергей Веселов добавил, что, дескать, все претензии не обоснованы. Для нужд управляющей компании такие объемы краски просто не нужны. Объемы управляющей компании не такие огромные, чтобы завозить краски тоннами, кубами, большими фурами. Вы сами видите, мы ремонтируем подъезд, стандартная пятиэтажка входит порядка 30 килограммов краски. Ну, от 30 до 50, зависит от состояния подъезда. То, что, ну, давайте, когда приводят эти машины, пускай собственники звонят, ну, в полицию, в диспетчерскую, куда-нибудь. Эти вопросы надо решать. Жители дома по улице Гагарина намерены обратиться в прокуратуру для проверки. В помещении, по их словам, находится электрощитовая. Вместе с краской и любой другой легковоспламеняющейся жидкостью в подвале это все создает гремучую смесь и ставит под угрозу жизни обитателей всего дома. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».